bottles and bottles. Yeah, yeah, we pushing full throttle. Got you wrapped around my waist like you was eating McDonald's. Bottles and bottles. Watch how we dip. Got you hooked up like a tuna, so you know I'm the shit. Bottles and bottles. I'll be tanner than Donald. Слушай, я сейчас поломаю каблуки здесь. Таня, у тебя как, все нормально? Да. Вот ты правильную обувь выбрала. И вообще, ты выглядишь сегодня просто замечательно. Спасибо. Очень хорошо, мне очень нравится. Мне правда, нравится. Женственная, такая легкая вся. Добрый вечер, пожалуйста. Здравствуйте, а я не заказывала. Это коктейль от этого вот молодого человека. Таня, это же тот с прошлой вечеринки, помнишь? Да, реально, это он. Лена, наши с тобой труды не пропали даром. Ты видишь? Да. Ты видишь, она женственная. Видишь, и выглядишь сегодня по-другому, и он все равно ее узнал. Да, надо ему улыбнуться. Да. Что он делает? Невозможно. Жесть! О боже, все, забыли. Ребята, отдыхаем. Это не твой формат. Но в любом случае, халявный коктейль никому не помешает, да, правильно? Да, точно. Таня, давай. На этой неделе я получила много важных уроков и теперь буду развивать свои новые знания. Я уже стала смелее и раскованнее, а дальше регулярно буду ходить на каблуках и вспоминать наставления казаков. По 15 минут в день тренироваться с книгой на голове, оттачивая походку и осанку. А еще буду чаще одевать платья и юбки, ведь вы же слышали, так женщина накапливает свою энергию. Кроме того, буду дальше посещать уроки по этикету и работать с голосом по рекомендации школы гейш. А насчет уроков имбилдинга, вернусь ли я туда, пусть останется моим маленьким секретом. Девочки, рассказать вам обо всем, что я узнала, просто не хватит времени программы. Поэтому заходите на мой блог на сайте нового канала. Вот там есть точно все.